которые идут в первый класс, и тех, кто уже были в школе и идут туда не в первый раз. Дорогие ребята, мы с вами давние друзья, правда ведь? Мы регулярно с вами встречаемся, проводим различные мероприятия, спортивные праздники, Новый год, елки. Вы помните это? Да! Но сегодня для вас особенный день. Вы все собираетесь идти в школу. Вот когда я был такой маленький, как вы, я очень не любил ходить в школу, потому что нужно рано вставать, просыпаться, много трудиться, много учиться. Это очень тяжело. Но тот, кто с этой задачей справится, тот обязательно будет вырастет большой, сильный, умный и успешный. Вы хотите быть успешными? Да! Обещаете мне хорошо учиться? Да! Все? Да! Ну, молодцы! Поздравляю вас! Желаю вам учиться только на 4-5, уважать старших, уважать учителей. Ну и мы, как всегда, традиционно подготовили для вас подарки. Вы любите подарки? Да! Получаем это и торты. Преподавателям, и вам потом персонально торты и подарки раздадут. Договорились? Спасибо вам. Поздравляю.